Новотуршская ярмарка открылась сегодня и проработает до 14 декабря. На этот раз посетителей ждет масса новинок. Это меховые коллекции курток, манто и длинных пальто. Выставка-продажа по традиции представляет порядка 1000 изделий из натурального меха. Это дубленки и шубы из мутона, овчины, каракуля, нутрии, енота, бобра и, конечно, норки. Мех по-прежнему отвоевывает все больше пространства в гардеробе модниц. Мягкое золото, утверждают специалисты, вряд ли когда-нибудь утратит свою популярность. Натуральный мех всегда является символом роскоши, вкуса и достатка. А потому и Новотуршская ярмарка в Сочи всегда ожидаемое событие. Каждый раз стараюсь что-то купить, несмотря на то, что наши погоды, вы знаете, не очень для шуб, но великолепная вещь, очень хорошая. И очень ждем их всегда в гости. Выгодные цены я очень долго искала, потому что вообще-то я очень капризная, можно сказать. Ну вот остановилась, но вот такое, она легкая, удобная, мягкая. Если мне уже угодили, значит... можно угодить всем. Фасоны здесь как ультрамодные, так и классические. Цвета на любой вкус. Широкий размерный ряд от 42 до 60. Дубленки и изделия из мутона на Новотуршской ярмарке можно приобрести от 14 до 58 тысяч рублей. Каракуль от 70, нутрия от 20 тысяч рублей. Что же касается норковых шуб, то покупать их на Новотуршской ярмарке выгодно именно с 10 по 14 декабря. Именно сейчас на Новотуршской ярмарке самый богатый выбор норковых курток, шуб, манто. Есть новинки, скидки. На Новотуршскую норку мы предоставляем скидки 20 тысяч рублей. Так модную шубу джаз с поперечным кроем из Новотуршской норки вы купите со скидкой за 99 тысяч рублей. Приходите, мы вас ждем. Меховая мода представлена и для мужчин. Для сильной половины человечества Новотуршская ярмарка подготовила новую коллекцию натуральных шуб и дубленок. Все изделия, представленные на выставке продажи, сшиты по ГОСТам. Действует гарантия от 3 месяцев до года. Можно воспользоваться и кредитом. Новотуршская ярмарка будет работать в «Жемчужине» до 14 декабря. Ольга Десятова, Инга Габеша, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.